Дикобраз. Грызун. Млекопитающее. Распространен в Средней и Малой Азии, на юге Европы, встречается почти по всей Индии, на Шри-Ланке и в отдельных районах Индокитая. Дикобраз – ночное животное. День оно проводит в норе или в пещере. Вырытая им нора часто превышает в длину 10 метров и уходит под землю на глубину до 4 метров. Питается свежей зеленью, корнями, луковицами и клубнями, плодами и семенами деревьев и кустарников. Часто вредит бахчам, посевам кукурузы и огородам. За ночь уходит на несколько километров от жилища. Потревоженный или застигнутый врагом, дикобраз ощетинивается, громко шуршит своей хвостовой погремушкой, подставляет неприятелю иглы. Убегая от врага тяжелым галопом, зверь может неожиданно остановиться, и любитель дикобразины вряд ли захочет преследовать его дальше, после того, как налетит на подставленные колючки. Самка рождает двух детенышей, которые появляются на свет с открытыми глазами. Их иглы первое время совсем мягкие, но уже через неделю могут больно уколоть. В неволе дикобразы быстро осваиваются и живут до 20 лет.